Номер 1026. События дня. Евангелие от Луки 18:8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? За 7 октября 2018 года. Объявление. Прочитать. Это воскресенье было прошедшее. Никаких тут записей не делал. Все воскресенье было занято. Ну, утром, как всегда, я встал пораньше, раньше ложусь. В 2 часа ночи я уже за компьютером был. И да. Храмового служения. В 8 церковь пошли. Батюшка в отпуске, без него. Пришлось проповедь сказать. Потом на улице собрание кратко. А потом занятие, перенесенное с часу на 12. Тут все, и пасти не до 7, уже до 6. Коров, овец. Хорошая была беседа. Ответ на вопросы. А вечером уже солнце к закату почти, уже темнеть начинает. Пришла Серафима Гавриловна ко мне поделиться. Это я ее записал, потом посмотрите, чтобы я побеседовал тут с человеком. Помаленьку готовимся. Вот сегодня я говорю, это понедельник. Послезавтра, то есть в среду, мы должны выехать, если все будет благополучно, Господу угодно будет, и живы будем. Андрей нас, Устинов, повезет. Ну, все, велосипед у меня отремонтировали. Андрей заклеил. Вместо одной оказалось 3 дырки. Ну, то есть старая, видимо, лопается. Где. Володя все делал, я не прикасался. То есть обслуга полная. Я тут с кошками возился. Котят первый раз выпустил на улицу. Не на веранду, а на улицу. Как они тут бегали. Ой-ой-ой. Вот так воскресенье, воскресный день прошел благополучно. Беседовали, встречались. И наши ресурсы показать. О, я даже это не открыл. Ну ладно, потом попозже. Это мой мир. Вот так выглядит. Где я в шапке, а где с голубем в руках, то это дубль. Там это именно здесь переписка идет. Вот наш форум. 1600 тем большой. Это видеоканал. Я обычно во вторник отправляю в город на обработку, в администрацию за неделю накопившийся материал. А сейчас, не знаю, вторник поедет или нет Игорь, потому что погода хорошая, старается убирать поскорее, поскорее. А там уже и сам в среду буду. Вот сейчас. Только поставил события дня. Еще не посмотрели. Уголь привезли. 13. Ну, тут все понятно. Малая посещаемость. Вот. Златоуст вообще мало смотрит единицы. Вот за вчерашнее, которое было Златоуст. За день 16 человек. 16. Не нужно. Это житие святых.
Правда, тут побольше, 76. Проповедь считает Игорь Златоуста, 84. Ну, за день это 16. А вот одинокая женщина в Потеряевке, одинокая, настоящий воин, я написал, 1882. Ну, что сравнивать-то? Или, допустим, Златоуста даже здесь вот 16. А кошка, египетское чудо, 540. Ну, ни в какое нельзя даже ни с чем сравнивать. А вот сегодня тут это Лёша говорит, Алексей Загули, этот Устинов. Злой порок в человеке – ложь в устах. Ну, вот так и все на этом. Благословен Господь.